за объект? Вот Ксения, как думает, что это за объект? Смотри, он микроскопического размера. На мониторе кошачий сосальщик. Изображение выводится с микроскопа. Паразит, которым можно заразиться, если употреблять плохо термически обработанную рыбу, увеличен десятки раз и подкрашен реактивами. Занятия проводят зав. Кафедры биологии. Вместе со студентами слушают лекцию школьники. Что примечательно, в ЕГЭ есть вопросы, касающиеся кошачьего сосальщика. Это важно для Ксении. Она мечтает стать врачом, а значит, придется сдавать этот предмет. Мне нравится работать с людьми, вот, мне нравится им помогать. Я бы хотела, наверное, пойти в косметологию. Я бы хотела именно людям помогать в красоте. Вот. Потому что мне это близко, мне это нравится. Работают школьники на современном оборудовании. В школах такого нет. На нашей кафедре имеется современное лабораторное оборудование. Это современные микроскопы, мультимедийное оборудование. И недавно мы приобрели видеонасадку, которая совмещена с микроскопом и компьютером и позволяет наглядно изучать микроскопические объекты. Участниками акции «Стань студентом РИАС ГМУ» могут стать учащиеся 10-11 классов. Для этого нужно лишь заполнить анкету на сайте вуза. В рамках акции школьники в сопровождении куратора посещают лекционные, лабораторные и практические занятия наравне со студентами. В это же время в соседней аудитории идет занятие медицинского класса. Школьники препарируют речного рака. Самое главное преимущество этих уроков, этих курсов – то, что мы можем на практике, уже не просто на теории, которую нам дают в школе, а на практике уже убедиться в некоторых интересных вещах строения. То есть, допустим, как на сегодняшнем уроке мы вскрывали речного рака. По словам преподавателей кафедры биологии РИАС ГМУ, в школах сейчас сокращены часы на практические занятия по биологии. Дополнительные занятия помогают получить более полные знания, которые помогут школьникам в дальнейшем, если они выберут для поступления РИАС ГМУ. Самое главное, вот этих ребят, у них уже есть цель в жизни. И мы стараемся, чтобы эти цели, благодаря нашим усилиям, они как-то реализовывались. И дай бог, потому что ребятки очень хорошие, очень такие. Никогда не возникает вопрос дисциплины, потому что меня спрашивают, как ты там с 9 классами работаешь или с 8-ми. Легко. Легко, потому что они заинтересованы, и мы в них заинтересованы очень. Всех остальных школьников, интересующихся медицинскими профессиями, ждут в ВУЗе 6 апреля. В РИАС ГМУ пройдет день открытых дверей. А участники акции «Стань студентом» получат свои первые студенческие билеты. Кроме того, во время праздника поздравят победителей олимпиад по химии и биологии. Нужно отметить, что они вошли в перечень олимпиад, утвержденный Минпросвещение, и результаты будут учитываться при поступлении в любой медицинский вуз страны. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».